Здравствуйте, это Клондайк, Клондайк на Android, я предлагаю вместе поиграть. У нас сегодня было, я смогла забрать 100 копилку, ну, остальную за денежки брать не буду. Фишка в том, не могу пройти дальше, стоит, меня держит, совсем нету у меня, видите, хвороста. Хворост нужен, передать не могу. Так что сидим, выбираем, ковыряемся, как говорится, где можно нарыть. Ну, самое интересное, что вот в этот раз я так обрадовалась, когда нам дали опять рулетку. Но фишка в том, что в этот раз моя рулетка, ну, прям не балует, потому что по-другому это не назовешь. Выпадает у меня совсем ни о чем. В основном корм курям и стекло 10 штук. Как я рада, как я рада, я просто передать не могу. Ну, могли бы что-то дать прям посущественнее, хотя бы чуть-чуть. А то, ну, прям вообще ни о чем, скажу я вам. Так, отремонтировать я пока не готова. Пошла я домой за энергией, потому что энергии нет совсем. Да, безусловно, немножко энергии соберу, но не прям так много, как хотелось. Хвороста дефицит везде, дома тоже. Поэтому свиньи у нас, ну, скажем так, на голодном пайке. Так, 15 это мало, но лучше, чем ничего. Ну, возьмем сколько есть, по крайней мере, еще зарабатываем деньги, опыт параллельно. Ну, еще кое-какие там, скажем так, подарочки. Надо будет опять делать ткань. Потому что ткань будет ни о чем. Ха, в этот раз у нас не ткань по плану. Ну, тут у нас все хорошо. А вот ткань я поставлю, наверное. Ткань и нитки. Потому что печалька печальная. Так. Тут у нас 95. Ну да. По времени. 2 часа. Надо восстановить чуть-чуть запасы. Так, и ставим траву, наверное, опять, потому что тут... Да ничего как-то нет, вот с этими обновами вроде и играю, вроде как... Ну, должно там приобретаться. Да, приобретаются изумруды, я ж не спорю. Но фишка в том, что ресурсы вообще уходят в никуда. Эти подарки, что мне давали, и вроде как все должно быть просто супер-бупер наворочено... Ну, очень много идет затрат энергии. Поэтому менять. Так, стол 60. И что мы еще куда хотели? Да, мне надо поставить хоть что-то куда-то. Очень интересно, что и куда. Так, тут у нас дежурная игра по увеличению энергии. Ну, раньше я так медленно, там вдумчиво, а сейчас тише едешь, дальше будешь, больше не котируется. Бегом, бегом и сразу играть. Не затягиваем процесс. А что его затягивать? Получили, расписались, побежали. Так. Тут у нас все быстро и непринужденно. Поехали. Так, я пропущу, чтобы не ждать. Так, вернулся-то я, вернулась. Но вроде 2 штуки осталось. Но нет у нас тут пока месь из чего. Ладно, поехали. Будем чистить. Выхода нет. Ого! Самолет! Ой, аж страшно. Аж перепугалась. Так. Осталась еще одна штука. Да? Да. Ну и 60. Это много. В общем, все мои запасы энергии ушли. Ну, конечно, я восстановила еще одну. И открылись наши ворота. Кстати, тут у нас последний мешочек. Вот с него мы и возьмем. Знаете, как было? Мешочек вари, мешочек не вари. Так и у нас тут. Мешочек вари. Отдайте мешочек. Он у меня
Последний. И можно будет где, вот он, получить подарок вот тут. Вот. И нам еще не хватает 50 очков. Но это ж просто смешно. 12. Так, это мы ложим. Не ложим, у нас нечего ложить. Хорошо. А что у нас тут? Мы еще должны корзины делать. Ой, как я рада. Я передать. Я пока доски поделаю. Все равно делать нечего. Так. А цветочков-то надо. Ай-яй-яй. 21 букет по 17. Ого. Получили качели. Будет просить подарки и радовать глаз. Ну, тут у нас подарок маленьким не назовешь. А, кстати, где у меня еще не открыто? Вот тут, по-моему, где-то было не открыто, но мне сказали, не дадут, пока я что-то не сделаю. Ага, так и говорят. А так, в принципе, я уже все пооткрывала. Везде все подоставала. Ну, самое такое прикольненькое и интересненькое. Ну, заборчик, видите, даже этот... А что, его не доукрашала? Ай-яй-яй. А заборчик, это же было тоже задание, вроде как. Так, ладно. Цветы, цветы. Так, идем дальше. Давайте посмотрим, сколько мне не хватает вот до вот этой вот строителя. Еще три. Ну, честно вам хочу сказать, что до этих трех, ну, типа, еще дойти надо. И не все так быстро и просто. На самом-то деле. Так, качельки давайте. Ого, качельки. Прям большие. Ну, удивите меня, качельки. Ладно. Это тоже дама большая, видите. Ну, такие себе подарки. Тает? Да. Ну, ничего, так это нельзя прокачивать, потому что сейчас корма фактически нету. И делать его тоже фактически нечего. Очень даже оригинально. 19 энергии у меня, ну, прям вообще ни о чем. А тут будет когда? Ну, еще целых 3 минуты. Прикол, полоса удачи, да? Еще чуть-чуть и дадут мед. Причем много. Ну, до этой полосы надо еще дорасти. В общем, три задания. Вроде как немного, но не так уж и мало, скажу я вам. Да, приготовился чаек. Щека пока здесь больше нет. Так, вот это я хотела открыть. Дорога, дорога. Ну, не вижу я смысла по большому счету сейчас. В этом задании. Хотя, кто его знает. Давайте пытаться, что ли. Прямо мне. Прямо пойдешь. Чего-то найдешь. Ну. Ой, еще эти корзины столько хотят, много. Так, давайте нам этого дядьку, который там приходит и косит. Пусть хоть покосит немножко и то. И то дело. Так, что у меня есть тут что-то? У меня уже начинается... Как говорится, желание успею, не успею. Прям сразу открыть подарок. Хотя там, в принципе, не так много осталось. Опять штук собрать. Эти 100 энергии. Там вот этого 10 штук этого. Спасибо большое. Самая гвоздь. Вот эти 10 штук и корм для птиц. Вообще. На этом таланты заканчиваются. Ладно. Видео заканчиваем. Всем пока.